Верка, ну ты что так долго разговариваешь? Открывай быстрее. Попала на прокачку к Вилле, и меня он заскапил. Засканил. На моем лице. И я здесь тонула маленько. Это мой твинк на основе, я легенда. А, то есть это твинк ваш? Да-да-да, это мой твинк. А, я понял. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и сегодня со мной бабушка. Бабулька, поздоровайтесь! Ой, привет-привет, дорогой мой Пипа! Ой, прости, Кент, Пепа, вот это что такое? Блин, Ольга Ивановна, вы завозите жестко. Ольга Ивановна, рассказывайте. Я же вас прокачивал пару месяцев назад. Что произошло с той прокачкой? Где все ваши скины? Ой, слушай, такая у меня проблема. Попала на прокачку к Вилле, и меня он заскапил. Засканил. На моем лице. Вилля заскапил. Вилля заскапил. Ольга Ивановна, ну вы же понимаете, тут уже другой уровень. Скорее всего, попались просто на фейка Вилле, и получилось так, что вас заскапил. Оля Ивановна, ну перед прокачкой такой вопросик. Вообще в стендовщик-то играет? Иногда играла, иногда поигрываю. Но меня заскамили, я тильтанула маленько. Поэтому и как бы это, приостановилась чуть-чуть. Ну короче, тильтанули малюха, да? Да с кем не бывает. Оля Ивановна, давайте посмотрим, что у вас по рангам. Слушай, да вы даже калибровку не прошли. Оля Ивановна, ну это что за дела-то такие? Это мой твинк на основе, я легенда. А, то есть это твинк ваш? Да-да-да, это мой твинк. А, я понял. Аж легенда уже. А, я понял, Оля Ивановна. Оля Ивановна, ну погнали вас прокачивать. Какой ваш любимый кастик? Ну признавайтесь вы уже, признавайтесь. Фейбл, 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 Кент Фейбл. О, слушайте, ну вам, короче, нравится Легаси, правильно, как я понимаю? Да-да-да. Смотрите, а вам Легаси нравится, потому что там есть нож бабушка, да? Да. Бабушка. Ольга Ивановна, ну а что мы еще, понимаете? Мы можем же купить что-то с удаленной коллекцией. Что вам нравится с удаленной коллекцией? Рассказывайте. Гифтбокс. Ничего. Слушай, мне он тоже нравится, он просто стоит как машина. Ольга Ивановна, ну давайте что-то поскромнее может быть. Ну, я дороговато, ну что, если нравится. Ну давайте с такого более бюджетного. У нас бюджет 2000. Уже 1000 потратили. Ну давай тогда Rival Case Dava. А, Rival? А сколько? Давайте штучек. Ну штучки 3 можно купить. 4 даже, я бы сказал. Да, вообще на язычах. 1, 2, 3. 3 штучки. Давайте даже 4 купим. Согласны? Согласна, согласна. Все нормально. Итого у нас уже 422 голдишечки. Так, Ольга Ивановна, на что потратим последние 400 голдишки? Может, еще какие-то купим? Может, шарп вам нравится? Или ревенж? Что вам нравится? Ну, не знаю, наверное, шарп. Давай лучше шарп. Давайте, 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 давайте. Все. Ольга Ивановна, вы посмотрите на ваш инвентарь. Это же вы самая крутая теперь бабушка на селе. Вы посмотрите, сколько у вас кастиков. Нормально? Нормально, нормально. О, вообще классно. Верка, ну ты что так долго разговариваешь? Открывай быстрее. Понял. Ха-ха, Ольга Ивановна, вы не потеряли сноровку с прошлой серии. Ну что, Ольга Ивановна, за вас открываю фейбл кастик, смотрим, что вам дропнется. И вам, Ольга Ивановна, вам падает! Давай, давай, что там? Лендарочка! Это что означает? Это хэштег непогано! Ну давайте еще, что-то все равно это слишком маловатенько, да? Ну да, давай еще. Слушай, а какой вообще ваш любимый нож, вот из Фейбл Кастика? Вот что вам нравится больше всего? Чем любите гонять, но бомбочить? Бабочка Легаси. Ха-ха-ха, Легаси! Ну погнали-то откроем хэштег Легаси! И вам получается свой плорарка. Ай-яй, чисто на нуба Галимова. Ольга Ивановна, ну и что будем делать с этими рарками? Что-то вам не везет, видите? Может, какое-то заклинание скажете? Абракадабра, либо пинч, выпадабра. Ах, вы завозите. Жил, вот это вот мне нравится. Заклинание-то сработало! Акэр-некромансер! Слушай, ну как вам вообще акэр-некромансер? Чего скажешь? Да пару слов, для потомков, так сказать. Ерунда. Таким только нубы гоняют. Ой, Иван, ну я сейчас про баркану вам выбить, но тут сам понимаете, тут ну не все так просто. Давайте. Дело буст раз, дело буст два, дело буст три. Хэштег за бабушку! И мы вам открываем. И вам выпадает FNFL Tactical. Ну, FNFL Tactical хотя бы вам нравится. Ну, нормально. Ну, пойдет, да? Ну, хотя бы уже не рарка, правильно? Да-да-да. Давайте мы прям сейчас поднимем кулачки удачи. И на счет три просто возьмем и откроем. 1, 2!
три, погнали! За бабушек! И нам выпадает, а ну-ка, ну-ка, ну-ка! Слушай, ну хотя бы так. Хотя бы импистер 5 серберус. Хотя бы такой. Ну хотя бы не рарка Галима, но два Галима. Ольга Ивановна, ну что я могу вам сказать? Ну давайте мы еще раз откроем, правильно? Чисто так сказать, за всех внуков. Правильно? Давай, давай. Давай, делаем давай. Буст. Делаем буст на ваши любимые арканочки. На Легаси, как говорили. Легаси. И мы открываем, и вам выпадает... Ой-о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 й-
Эйсы делаете? Один раз в неделю выдаю эйс. Слушай, ну неплохо. Я предлагаю нам с вами зарубиться, сыграть дуэльщик. Чё скажете? Кто кого чисто осилите? Как думаете? Осилите меня? Ой, постараюсь, не знаю, конечно. Ты-то парень мой. Ну я тоже киберлютый. Ты вообще перхоти, я тебя выиграю. Ольга Ивановна, такой вопросик, а что вы вообще скажете по поводу клана маслята? Он вам вообще нравится? Ой, да там нубы полные. Вы, то есть, назвали мой клан нубами? Хорошо, тогда я предлагаю, забив 5 на 5. 5 бабушек против 5 маслят. Согласна. Так, ну ладно, все. Ольга Ивановна, давайте на счет 3 открываем. 1, 2, 3, погнали. Ой, надеюсь, нам выпадет что-то нормально. Ольга Ивановна, хотя бы легендарку. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы опять облажались. Не везет. Давайте Rival Classic открывать с вами. Там в Rival Classic это по-любому нормальный дроп-то нападает, да? А вам, кстати, какая тверка больше всего нравится? Же команда Лакши. Понял. Ну что, сейчас мы ее выбьем. Оля Иванович, смотрите. МП7 Фру. Ну, видите, не фартануло вам. А знаете, что не повезло? Потому что вы не сказали заклинание. Давайте, Оля Ивановна, за всех нубов в стендофе говорите заклинание. Абракадабра бумс, а дальше не помню. Ну, погнали. У вас, конечно, странное заклинание, но что-то вам не повезло. Оля Ивановна, ну настало время шарп-кассиков. Какой ваш самый нелюбимый скин? Самый нелюбимый гриб. Гриб? Гриб. О, слушайте, мне тоже гриб не нравится. А прикиньте, он еще выпадет. И вам выпадает USP Purple Kama. Но М40 гриб был справа. Так, давайте, погнали. Сейчас просто на мужика открываем. 1, 2, 3, погнали! И нам выпадает 5-7 Tactical. Ай-яй-яй-яй. Ну, хотя бы статрек. Слушайте, ну нормально. Слушай, а сколько у вас максимально было килов на статреке? Ну, 1100, наверное. Ничего себе! Подождите, а какой у вас вообще онлайн в стендофе? 10 000. Ну это, как я понимаю, на твинке, да? Да. Блин, пацаны, будет очень смешно, если потом более Ивановна окажется там инвентарь, там куча аркан, куча ножей и тому подобного. И чисто вы так решили меня заскамить, притвориться, как будто у вас бедный инвентарь. Ну ладно, Ольга Ивановна, осталось 4 кассика. Давайте, нам хоть одна аркана выпадет сегодня или нет? Ну хотя бы одна арканочка должна же выпасть. Смотрите, а то она выпадает. О, ну хотя бы легендарка. Ну хотя бы это уже, хотя бы шутка. Вот она, пожалуйста, выпала. Слава тебе, Господи. Ну нам надо аркана. Нам нужна аркана. Ольга Ивановна, давайте мы сделаем буст. На что будем делать буст, говорите. На ножи, давай. Давайте, раз бусик, два бусик, три бусик, 4 бусик и погнали! И вам выпадает, внимание, М4А1. Ну, конечно, такое. Ну, не... Ну, да. Ну, осталось 2 попыточки, давайте. Вот сейчас открываем Fable Classic. Ну, хотя бы тут уже что-то нормально, это должно дропнуться вам! MP 45 серверс. Ну, MP это же вообще, ну, чисто фул для ботов, не? Для бронз каких-то. А вы кто у нас, напомните? Я легенда. Да? Конечно, ну вопросы отпали. Оля Ивановна, последний кассик. Вот сейчас надо просто собрать все свои силы. Сейчас надо. Вот давайте, смотрите, Оля Ивановна, вы сейчас закройте глаза. Я вам скажу, что выпало. Закрывайте глаза. Давайте, закрывайте. Я открываю. Оля Ивановна, уравил кассик. И вам выпадает. Вашу Машу морду вкажу. Вы подсматривали, Оля Ивановна, я видел. Вы подсматривали. Оля Ивановна, ну вы мухлюете. Открывайте глаза. Спасибо, провод. Ну такое себе. Смотрите, вы сейчас подумаете, как будто все уже. Вы подумаете, что все уже, полная габелла. Я правильно понимаю, да? Типа, плохой дроп. Но вы забыли про один волшебный проектик под названием Бол Дроп! Перемещаемся к нему. Ольга Ивановна, узнали-то? Узнали? Ну как же нет? Конечно, узнала. Че у нас там, как дела? По обновлению имеете в виду или что? Да, по обновлению, как там? Да смотри, добавили вот этот ивентик, король драконов. Потом после этого добавили булпасик. Ну, булпасик, вы же в теме. Вы же помните, мы его проходились на прошлый раз. И самое главное, добавили контрактики. Контракт?
Да-да-да, покрафтим с вами сегодня, будет весело. Короче, смотрите, Ольга Ивановна, три косарика уже летит на булдропчике. И мы прям сейчас вместе с вами просто на бабушку будем открывать новые касики. Потому что посмотрите, сколько всего нового добавили. Посмотрите. Добавили даже запретный касик, который стоит 5к. Это же вообще обалдеть. Чисто минус щелюха, не? Добавили много чего, я рада очень. Ольга Ивановна, ну с чего же мы начнем? Ну давай с касика Пепы. Ой, Ивановна, ну вы, конечно, даете. Сколько штучек? 5 или 10? Только прям по-жесткому откроем, как хотите. Давай 10. Вы видите цифры? Это все с кассе, какие это ПК? Да не, это очень мало. Блин, мне нравится с вами записывать прокачки. Давайте мы сейчас с вами еще откроем платинового быка. Вот вам нравится платиновый бык вообще? Платиновый бык? Нормально. Нормальная тема. Сколько штучек откроем? 5. Ну это прям на все наши деньги. Ну ладно, Ольга Ивановна. Погнали. 1, 2, 3. И нам падает. Ольга Ивановна, мы богаты. 10к. А что так мало-то? В смысле 10к? Это x3. Ольга Ивановна, я понимаю, то есть вы намекаете, что вы хотите контракты. Прям, ну прям по-жесткому, да? Конечно. Погнали. Бабишки мимус. Випадимимус, грибопенчимус, за Ольгу Ивановну! И нам дропается, внимание, 1200, ну что-то мы не окупились. Ну давай в игры играть. Давайте. Ну что, сколько бомбочек выбираем? 3, 6, 9, 12 или 15. Поиграем в саперчика с вами. Чуть ниже. А, не вот сюда. О, надо было левее. Вот это. Ага, давай так. Давайте. Опа, 1,5 косарика на базе. Сюда, куда я тыкаем дальше? Ну давай лево и вверх. О, 2300, хорошо. А теперь вверх? О, 3800. Еще, 3870. Куда еще? О, 6к. Оля Ивановна, куда дальше? Здесь давай. Ольга Ивановна, жадность фраера сгубила, мы могли забрать 6к! Да я все из-за тебя только сливаю, давай выводи. Хорошо, я понял. Только, Пепа, не забудь подарок подписчикам дать. Вот это вы точно вспомнили, не зря, сейчас мы дадим подарок подписчикам. Ребята, конечно же, мы про вас не забыли. Вот секретное слово, вы нажимаете получить бонус и чики-бомбони. Вы получаете 50 маны для нового ивента. Ну а мы погнали выводить. Ну что же, ребятки, вроде бы как на вывод мы уже поставили, и теперь нам просто остается ждать. Все. Будем ждать. Братва, булдропчики подкачал, выл, дорогой. Ну что, Ольга Ивановна, что будем брать? Какой ножичек хотите? Бабочку Легаси АКР. Понял, все, без проблем. Бабочка Легаси. 1,5 косарика, дзынь, улетела. Будем всех, ну, бомб на нож брать. Так, и что там? А какой АКР будем брать? Слушай, может возьмем АКР, ну такой нормальный, внушительный, например, АКР ТХ? Что скажешь по поводу него? Ну, давай. Ну, то есть, АКРчик пойдет. Ну, оригинальная коллекция наша удалена. Он редкая, дорогая. Ну, вам вообще нравится? Визуально посмотрите, как вам АКРщик? Нравится, давай. Хорошо. Мы вам купили, посмотрите, с какими наклеечками обалденными. Ольга Ивановна, такой вопросик, а у вас YouTube канал свой есть? Есть. О, ну мы, конечно же, ссылочку добавим куда? В описании. Добро, да, потом можно бабушку Олю поддержать. Так, слушайте, а перчаточки вам надо-то? Или как? А то как такой инвентарь какой-то не солидненький у вас, не? Ну, обязательно, перчаточки обязательно. Так, какие будем брать? Вот говорите, какие вам нравятся, те и купим. Хватает практически на любые. Чемпионы. Давай чемпионы. Прям, давай, ого, бабушка Оля, смотри, у вас же запрос стоит 0 или 3. Это что вы поставили? Думали с 0 или 3 споймать. Ну вы даете. Все, купили. Сюда на базу. Остается 1,5 косарика. Что мы еще приобретем-то с вами? Давайте подумаем. Давай М-ку самурай. О, слушай, вам тоже она нравится? Я тоже не кайфую, замечательная М-очка. Вообще просто прекраснейшая М-очка самурай. Сетрек, надеюсь? Ну да. Давайте сотрек. Ух ты! Вот это, смотрите, с тремя наклейками. Какая имба! А давайте же это возьмем снова из Sunstrike коллекции. Как вам идея? Да, нормально. Давай. Поддерживай. Слушай, ну вот это вот М16, но я не могу. Ну она просто идеальна, да? Еще и наклеечка.
мы взяли вам. Бабушка Оля, вы же не против, что так на мой взгляд взял? Я думаю, у вас инвентарь сейчас просто ого-го. Давай, хорошо выбрал, молодец. Бабушка Оля, самое главное, мотайте на ус, чтобы вас никто не соскамил. Никому свой логин и пароль нельзя давать, кроме меня. Запомнили? Запомнила. Что хорошо. Что я сказал? Никому не давать ни логин, ни пароль. Правильно. Ну что, бабушка Оля, ну я вам 700 логишки, так сказать, оставлю на ход ноги. Вы уже сами определите, что сделать. Может, кассик откроете или еще что-то. Я думаю, это можно заканчивать. Давай закругляться. Ну что же, уважаемые подписчики, если я тоже вас про кассичку, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, на мой телеграмчик, потому что именно там я выбираю людей для прокачки. Ну а если хотите продолжение с бабушкой Олей, тоже пишите в комментариях. Ссылочка на канал бабушки Оли есть в описании. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока. Подписывайтесь на мой канал.